Руся, ну именинницу-то ведь можно подождать, да? Да. Почему? Потому что она девочка. Ты какой? Ты джентльмен? Да. А кто такой джентльмен? Кто? Русин Гордей Юрьевич. А кто такой джентльмен? Да, Русин Гордей Юрьевич. Принцесска пришла. Так, все, заходим. Есть такая традиция у нас в нашем клубе. Если у вас день рождения, вы можете накрыть стол для своей группы, но вы можете это сделать только в выходной день. Почему? Потому что только в выходной день этот зал свободный. Вот. Недавно у вас было день рождения у Алисы, тебе исполнилось 6? 7. 7 лет уже исполнилось, 7 лет. Она меня, кстати, звала на день рождения. Да. Я был официально приглашен с Сергеем Юрьевичем. Алиса, ну извини, что я не приехал. Я тебе, в свою очередь, желаю такого же целеустремления. Есть у тебя неофициальное прозвище в этой группе — деловая колбаса. Почему деловая? Потому что она действительно деловая. Не для своих лет развита, всех строит, мальчиков особенно. При этом обладает симпатичной внешностью. Ты занимаешься мужским таким видом спорта, серьезным. И не уступаешь мальчикам. Вот этого я тебе и желаю дальше. Но в первую очередь ты должна оставаться тоже девочкой. Но сильной девочкой. Не снаружи вот такой, а внутри. Понятно? Поехали. Итак, Алиса, я тебе желаю, чтобы ты была всегда крепкая. Молодец, да. Алиса, я тебе желаю, чтобы ты была всегда сильной. Ну что-нибудь необычное, давай. Что-то... Я желаю, Алиса, чтобы ты была очень сильной и крепкой. Ну что вы повторяете, придумайте что-нибудь необычное. Давай. Поехали, давай. Я желаю счастья и здоровья. Спасибо. А ты? Я желаю удачи. Я желаю, чтобы ты была крепкой и здоровой. Я желаю... Стоп. Руся, вся надежда на тебя. Пожелай что-нибудь необычное. Я желаю, чтоб ты всегда была сильная и красивая. А почему красивая? Потому что она девочка. А тебе нравятся красивые девочки? Да. Как сильно? Потому что она занимается. Русина, ты джентльмен? Ты же мне говорил до съемок, что ты джентльмен, да? Угу. Постой, ты же мне говорил, что ты джентльмен. Да. Правильно? Да. Ты подтверждаешь свои слова. Как джентльмен поздравляет? Давай. Ну и? Ну? Молодец! 3-4! С днем рождения! С днем рождения! Еще! С днем рождения! Все, молодцы! Все, сок есть, папа здесь главный. Все накрывает, поехали. Давайте похлопаем! Тебе понравилось поздравление? Да. Почему? Ну, потому что оно такое необычное. Да, самое необычное, что тебе запомнилось? Вам, да? Это любовь? Да. Лиз, реально? Руся, она тебе нравится? Да. Да? Ну, защищайте друг друга в спарринге.